не ушел из памяти людской, и он не ушел из бессмертного полка. И поэтому 9 мая, в День Победы, он станет плечом к плечу, в строю, с теми, кто отдал свои жизни за то, чтобы мы жили сегодня в мире. Уважаемые зрители, не первый год мы делаем для вас ролики с самыми актуальными и важными событиями из жизни знаменитых на всю страну людей. И можем сделать вывод, что этот год достаточно непростой, так как он стал последним для многих великих людей, которые сделали огромный вклад в развитие нашей страны. Эти потери оставляют огромный след в сердцах каждого из нас. Сегодня сообщили страшную новость: от нас скоропостижно ушла советская и российская актриса театра и кино, народная артистка Ирина Купченко. Помимо развития творческой карьеры, ей удалось создать крепкий семейный союз с любимым миллионами соотечественников исполнителем Василием Лановым. Их брак держался на любви и взаимоуважении десятки лет, и разлучить супругов смогла лишь смерть именитого актера. За свою полувековую творческую жизнь она сыграла более 90 проникновенных ролей в кино и около 20 на театральной сцене. Ее успели полюбить несколько поколений зрителей. Дорогие зрители, мы благодарим каждому из вас за слова поддержки и соболезнования, ведь в это непростое время как никогда это важно.